Полиция заинтересовалась писающим мальчиком из Чебаркуля. Хулигана сейчас ищут сотрудники правоохранительных органов. Жуткую выходку мужчина устроил прямо в торговом зале супермаркета. Омерзительный поступок сняли на видео и выложили в сеть. На этих вызывающих кадрах парень справляет нужду прямо в хлебном отделе. Между полками с товаром в буквальном смысле орошает витрины. Его товарищ все снимает на мобильный телефон и даже успевает давать советы. И развернись обязательно на картошку. Давай, и на картошку обязательно. Хулигана спугнула покупательница, но товарищи не растерялись и даже пригласили женщину пройти сюда за покупками. А вот проходите прямо вот у нас, выставка наша. Возможно, эти парни были под шофе, но, судя по поведению, свой поступок считают героическим. Съемку даже выложили в интернет. Вот только теперь этими кадрами заинтересовались сыщики.